Здравствуйте, с вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас идет в зоре очередной набор инструмента. Набор от компании GTC. Код товара H096B на 96 предметов. GTC профессиональный инструмент. Используется в основном на СТО и автосервисах, так как обладает достаточной прочностью инструмента. Изготавливается инструмент GTC в Тайване. Поставляется набор в такой вот бумажной упаковки сверху, которая одевается на сам кейс. И что указывается на данной упаковке? Профессиональный инструмент указывается, код товара, сделано в Тайване. И видите, развернутая комплектация набора. То есть каждая единица инструмента подписана. С обратной стороны также комплектация набора идет. В наборе два рабочих квадрата. 1.4, 1.2. Здесь вот решетка под квадрат 1.2. Она с реверсом. Она разборная. Вы можете заменить внутренние части или смазать и обслужить трещотку. Части запасные каждой трещотки продаются отдельно. Трещотки идут в наборе на 36 зубьев. Рукоятка комбинированная, резина это красный цвет и черная это пластиковые вставки. Весь инструмент в наборе, он промаркирован согласно каталогу, имеет номер согласно каталогу. То есть если вы утеряли трещотку, вы можете такую же самую подобрать, заглянув в каталог GTC. Есть бумажная версия каталога, есть электронные версии. В интернете очень много источников, где можно скачать данный каталог. Трещотка под квадрат 1.4, также с реверсом, разборная и имеет комбинированную рукоятку. Отверточная рукоятка применяется с битами, которые в наборе. Биты прессованные в головку под квадрат 1.4. Выбираете нужную биту. В наборе есть биты Торкс, есть шестигранные, есть лицевые, есть крестовые. Также данную отверточную рукоятку можно использовать с головкой под квадрат 1.4. В верхней части рукоятки имеется квадрат, где можно подключать или трещотку, получаем отвертку с реверсом. Или можете удлинять, если это труднодоступные места, то есть через удлинитель еще дополнительно. Рукоятка на отвертке идет пластиковая. Далее удлинители под квадрат 1.4. Их три штуки здесь. Один удлинитель гибкий для труднодоступных мест. И два удлинителя обычные 50 и 100 мм. Как я и говорил, весь инструмент в наборе промаркирован согласно каталогу. Имеет надписи GTC на каждой единице инструмента. Два кардана, квадрат 1.4 и 1.2. Плюс данных карданов в наборе то, что они скреплены винтами. Они проклепаны заклепками или бывают обычные вставки металлические. Это в дешевых наборах, там они обычные. Так, далее вороток Т-образный под квадрат 1.4. Вороток Т-образный под квадрат 1.2. Он разборной. Снимаем переходник, получаем удлинитель 250 мм. Также этот переходник можно использовать для перехода с квадрата 3/8 на 1/2. Также еще один удлинитель есть под квадрат 1.2, 125 мм. Весь инструмент в наборе, хотелось бы отметить, очень хорошо отполирован. Все части отлиты очень ровно. Ну, видно сразу, что профессиональный инструмент, который долго прослужит. Два, так, удлинитель показал. И три свечные головки. Два размера популярные, это 21 и 16 мм. Внутри имеют резиновые вставки, чтобы свеча не выпадала при откручивании. И есть у нас еще в наборе головка 14 мм, которая встречается не так часто. 14 мм, 12-гранная, тоже свечная. Набор Г-образных ключей, такой небольшой. И по головкам, которые в наборе. Здесь их 30 штук.
профиль головок шестигранный. Самая маленькая головка это на 4 мм, 6 граней. И самая большая 32 мм. Как видите, половина ее это глянцевая часть и нижняя матовая. Имеет надпись 32 мм, это размер, GTC и номер, согласно которому. Так, в верхней части крышки находятся биты. Под квадрат 1.4 я уже показывал. Здесь их очень много. И есть биты под квадрат 1.2. Они используются с переходником. Вставляете нужную биту переходник, можете подключать сюда или трещотку, или вороток, или удлинитель. Так, головки длинные. Здесь их 13 штук. Самая маленькая 6 мм, 6 граней. И самая большая 22 мм. По комплектации все. По самому кейсу теперь. Или давайте я скажу, чего не хватает в наборе. В наборе нет головок E-класс, Торкс. То есть такие головки встречаются или отдельные наборы идут, или обычно они идут в 108 или 110, на 108, на 110 единиц инструмента. Если брать GTC, это 110 набор. И здесь нету комбинированных ключей. То есть комбинированные ключи нужно будет докупить отдельно. Так, в принципе, здесь, если кому нужен шарнирный вороток, здесь тоже его нет. Здесь вместо шарнирного воротка идет Т-образный вороток. То есть для того, чтобы можно было срывать гайки или докручивать. Но ни в коем случае не срывайте гайки трещотками. Потому что потом на них ни гарантия, ничего не распространяется. Трещотки только докручиваете болт. Так, кейс состоит из двух частей. Они скреплены такими вот пластиковыми зависами. Теперь по кейсу. Вес набора 6,8 кг. И по габаритам самого кейса. Ширина 37 см, длина 31 см и высота кейса 8 см. Закрывается он металлическими замками. На замках также надписи GTC. Также кейс можно закрыть. Здесь есть отверстие под замок, для того, чтобы никто ваш инструмент не украл. Если вы работаете где-то в цеху или автомастерской, то есть можете закрыть его на замочек. Так, сверху на кейсе, на верхней крышке у нас надпись GTC Autotools. 96 это комплектация и сделано в Тайване. Вот такой набор, кому данное видео помогло с выбором, поможет с выбором набора инструмента, ставьте лайк. Кто имел опыт использования данного набора, есть что рассказать нашим покупателям, оставьте комментарий. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. До свидания.